Как правильно пишутся слова «привередничать» или «расхристанный»? Проверить их написание можно на тотальном диктанте, который ежегодно проводится в Центральной городской библиотеке. В этом году будет показан фильм, снятый специально по тексту диктанта. Текст в этом году писал Дмитрий Глуховский, мы его знаем как автора бестселлера «Метро». 2033. Уже очень замечательный, потрясающий человек. Ну и в этом году, 10 апреля, библиотека ждет копейчан, тех, кто, может быть, не очень хорошо дружит с компьютером. Потому что из-за ремонта, из-за недоснятых ограничений по коронавирусу мы не можем посадить много людей. Мы заявили площадку на 50 человек. И для того, чтобы гарантированно попасть на эту площадку, необходимо зарегистрироваться на сайте тотального диктанта. Также существуют и онлайн-форматы для участия в международной акции по проверке грамотности. Их создано 3. Онлайн-диктант, он пишется в специальной форме на компьютере. «Пишем дома» под диктовку сайта. И «Пишем дома» и «Проверяем дома». Последний формат. Он абсолютно автономный. То есть человек сам написал, дождался разбора текста по онлайну, сам себя проверил, получил моральное удовлетворение. Но зато вот именно вот этот человек может написать все 4 части тотального диктанта и посвятить этому целый день. Онлайн-трансляции пройдут 10 апреля с 8 утра до 11 вечера по московскому времени. Они станут доступны для тех, кто собирается писать диктант дома. В Копейске очное мероприятие состоится в 13 часов дня. И библиотека будет единственной площадкой для написания текста.